Национальный спорт – это не только красивые состязания и участие в мировых турнирах, это еще и особый пласт национальной культуры. Сегодня в Тараз-арене стартовал республиканский турнир по асык-ату и командной игре Ордабасы среди юниоров Жасоркен. Древний казахский вид спорта асык-ату популярен как среди детей, так и взрослых. Способствует развитию игроков ловкости, меткости и координации движения, соответственно. С 2011 года в стране проводятся официальные чемпионаты и кубки по асык-ату, а также международные и республиканские турниры. Перед началом игры была организована специальная пресс-конференция, где организаторы мероприятия, в свою очередь, отметили значение национальных видов спорта. Я думаю, что если дети будут отвлекаться, занимаясь национальным видом спорта, спортом, я думаю, что мы будем развивать в Казахстане новое поколение детей и оздоровим здоровый генофонд нации. В общем-то, очень рад, что сегодня у нас присутствуют люди из министерства. Командная игра Ордабасы – это достаточно новый вид спорта в Казахстане, но уже сегодня среди молодежи он пользуется большой популярностью. На площадке встречаются две команды по 6 человек. Основная цель спортсменов – это отстоять и защитить свой флаг или перенести флаг соперников на свою территорию. При этом используются элементы и приемы восточных единоборств. Ордабасы создана для того, чтобы понять, что надо защищать своих родных, друзей. Делимся по 5 команды. Один красный, один синий. И когда мы играем, мы понимаем друг друга. Всегда есть тактика. Например, кто-то бежит, его надо прикрывать. И когда флаг забираешь, тогда ты можешь победить. Напомним, данный турнир будет проводиться с 18 по 20 ноября. У спортсменов есть время проявить себя в республиканских состязаниях. А кубок, медали и почетные грамоты ждут своего победителя. Валерий Татаренков, Дулат Шыкпамбетов, 77 News.